В Нидерландах открыли мемориал жертвам MH17. Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом «Я тебя не забуду», которые образуют глобус. Такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы. В голландском Эйндховене открыли мемориал «Связь жертвам крушения самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний», который следовал рейсом MH17 и был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Об этом сообщило посольство Украины в Нидерландах в своем Twitter в воскресенье, 25 марта. «Трагедия MH17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности», говорится в сообщении. Местное издание Amroad Brabant пишет, что мемориал открыли возле авиабазы в Эйндховене. Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом «Я тебя не забуду», которые образуют глобус. Издание отмечает, что такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы. В постаменте памятника 298 камней, символизирующих жертв катастрофы. Ранее правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу крушения рейса MH17 малайзийских авиалиний. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://tmicrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.